Эй, я вас всех категорически приветствую. С вами Андрей Нефёдов, который ныряет в водопады ежедневно, блядь. Это мое любимое занятие. Я больше ничего не делаю в этом мире, кроме как ныряю в водопады. Эй, does this vest make me look fat? Чувак, не знаю, я бы тебя застрелил, чтобы он тебя не полнил, но извини, я добрый сегодня, няшка. Я потому что сегодня обкончался. Я сказал обкончался, я имел в виду обкачался. Я сегодня накачал игор с одного крутого трекера. И вы тоже можете это сделать, если перейдете по ссылочке в описании. Там ссылочка на этот прикольный игровой трекер, где вы можете накачать игр. Да хватит стрелять-то, слышь? Заебал. Стреляет и стреляет, как у себя дома, блин. У себя дома будешь стрелять, маме своей в голову, блин. Козлина. Барбидонская дедюка. О, смотрите. Это Жеменыч. Куда он идет, сучка? Он идет в портал. Давай, иди, хуесос. Все, ушел. Эх ты! Средний гребаный мешок с дерьмищем. Ну ладно. Мы зарядились, у нас пушка вся в говне. Нас-то мало интересует. Нам сейчас надо будет по реакторам прыгать. Так, я сейчас еще немножко осмотрюсь. Ну хватит, хватит. Кто там появился? Ах, вот ты где появился. Я чуть тебя не увидел, долбохлоп. Когда ты там успел выскочить? Да давай, заряжайся, ты козлюка. Подлочок. Бам! В голову. Чувак, я на тебя патрон потратил. Знаешь, сколько они стоят, блин, в оружейном магазине? Да хуища, овер, да хуища. Один дохуее другого. Что-то много тут дверей разных. Куда мне идти, в какую из них? А, вот сюда. Да. Так, значит, что мы делаем? Это выходной портал. Или входной. Блять, нихера меня размозжило. Мои мозги разлетелись. Просто как клочки по закоулочкам. Чё ты стреляешь? Урбанизатор. Так, погодите, а в этот нельзя, давайте. Да, вот выходной, а вот входной. Значит, мы помним это все прекрасно. Надо подкараулить, когда платформа будет над этим самым. Так, во второй, по-моему, да? Не понял. А чего так? А чего она так недалеко прыгает? Это женщина глупая по имени Гордыня Фременовна. Пиздец, блядь, Гордыня Фременовна. А, вон. Надо, наверное, по трубе пробежать. Во второй, я помню, чуваки, иди-ка в хуец. Вот сюда мне. Ух ты, а мне в натуре сюда. А я даже не догадывался. А тут, по-моему, вот пятый. Нет? Разносчик пиццы, да ты говна что ли вкусил? Нет, мне явно не сюда. Да. Ладно, повторим, похуй, я зато набрал пикапцов. Пикапище ебаное. Так, и карбонат. Карбонат кала. О, блин. Ух ты, блин, как мне так удается. Так, я в пятый, да, заскакивал? Или в четвертый, я уже забыл. Я забыл, я склеротик тупой. У меня мозг атрофировался после вчерашней групповухи с негром и маленьким мальчиком Джимми. Да, вот. В какой я сейчас... Блять, в какой я только что прыгнул? Я глуп, как посох. Ура, ура. Я люблю быть глупым. Глупым быть модно. Это как ходить бухим. Ходить бухим — это не лохово. Ходить нажратым — это понтово. Так, а что я... А, я внизу. Шестой отсек. Четвертый. Да чтоб тебя, чертенок! Фаллическим своим стропоном зафолировал. Эх, чуваки, я не знаю, если мне, короче, у меня большие проблемы с ютубчиком. Да был я в пятом. Большие проблемы с ютубчиком, он не башляет, короче, не платит. Уже второй месяц пошел, как он не платит. Если так будет продолжаться дальше, мне придется менять агрегатора, а поскольку агрегатора хуй сменишь, мне придется удалить старые каналы и создавать новый. Короче, если что, я вам дам знать, на какой канал будет отныне выкладываться летсплей. Если это все произойдет, я еще пока что точно не знаю. Вдруг они грозятся, конечно. Что за нахуй? Это было красиво, конечно. Если они не заплатят
понедельник, вторник, тогда уже все. С явым. It's nothing to do here. На макере. Так, ну остался только четвертый. Да что ты так криво прыгаешь, блин? В коляске, что ли, ты в инвалидной? Гордон в инвалидной коляске прыгает. Кстати, надо сделать, знаете что? Так, погодите, не, в шестой я ходил, да? Только что ходил. Короче, все, я не болтаю, а запоминаю. А то я с этой болтовней нифига на цифры не смотрю. Так вот, надо сделать толерантную версию Half-Life, где можно выбрать и играть за инвалида. Да, все правильно, в четвертую. Играть за инвалида, то есть на коляске кататься. А то, знаете, это нетолерантно по отношению к людям с ограниченными возможностями. Они не могут почувствовать себя фременами. В отличие от нас, с вами, от людей с неограниченными возможностями. Есть люди с ограниченными возможностями, есть люди с неограниченными, блядь, возможностями. Да чтоб тебя... Ой, как я злой какой. Мне еще сейчас сражаться с летучими говноедами. Ладно, я сделаю... Что это было за нахуй? Я же присел. Какого хера? Простите, где лопата? Да присядь. А что это меня скинуло? Что это было? Я сохранился на смерть, это охуительно. А почему он не смог запрыгнуть? А, потому что он хуесос, я понял. А, началось, началось, ребятки, началось. Так, все, у меня получилось. Получилось, теперь надо там задержаться, а не прыгать сразу в портал. Так, 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 давай, 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 давай. Продумывайся. Нет, нет. Сука, ебаная пиздотина, блядь. Хорошо, я сегодня один. Сегодня суббота. Сегодня весь офис пустой. Я один тут сижу. Не можно орать, как хочешь. Так, все. Где портал? Опа. Опачки. Опна. Седьмой. Да куда ты выбрал пушку, придурок? Ты должен был прыгнуть, а не пушку выбрать. Гнида. Гнилая тварь. Все. Да мне, конечно, не сюда, да? Не в семерку. А, в семерку. Все, ок, 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 ок. Так, а вот здесь я уже не помню, куда. Так, ладно, мы подождем, пока опустится эта говноедина. Давай, элемент сливного бачка, опускайся. Это гигантский сортир. Межгалактический, блядь, сука, только не в лаву. Только не в лаву. А тут не лава, тут водичка. А хуй там водичка, блядь. Там водичка с какими-то не очень полезными присадками и дисперсионными веществами. Или погодите, или мне вот туда, я не помню. Нет, по-моему, мне не внутрь, мне надо как раз таки. Блядь, прямо по башке. Сука, как бесит, блядь. Как меня это бесит. Как я это ненавижу, ненавижу, ненавижу. Ненависть во мне кипит. Вам пизды давать велит. Ненависть во мне бурлит. И пиздец, вы инвалид. Добрый доктор инвалид, он под деревом сидит. Анонирует весь день. Анонировать не лень. Стоп, стоп, стоп. О, 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 смотрите-ка, я выживаю. Что произошло? Что произошло, я не понял. Блять, как бесит меня это место. Сука, я сейчас включу флай мода и пошли вы все в пизду нахуй, блять. Пидорасы, говноеды. Скажете, это нечестно, вы будет. Нет, зрители будут говорить, что это нечестно. Этот Фриман-то ничего не скажет. А меч к потолку, да, прижмет? Вот это будет заебись в натуре. Нет, смотрите-ка. Я отсюда вышел или чё? Да, я отсюда вышел. Так, ну тогда мне получается, кроме как внутрь, прыгать некуда. Вообще я не представляю, кто построил всю эту конструкцию. У кого хватило ума построить эту мой дробовичок улетел. Эту вращающуюся говноконструкцию. И что это из себя представляет? Для чего это вообще построено? Как это называется, это вот это сооружение? Металлопластиковый говноочиститель?
Ну, не знаю. Пушки с пристани палят, кораблю пристать велят. К бабе пристать. Корабль пристает к бабе. Представляете себе такую картину? Я не очень понял, где я застрял. Но я как-то тут застрял. О, я встал на маленький поручень. Это заебца. Оп. Так. Хорошо, а чё где открывать-то, блядь? Тут ничего не открывается. Но я все еще могу ходить по маленькому поручню. Тут тоже ничего не открывается. Где двери? Нет, видимо, мне вообще не надо в эту статую. Там, по-моему, мне куда-то в бок надо. Сбоку какая-то дверь была. Но там я вижу... Engaged. А, нет, смотрите-ка, да, там какая-то бандула. Очевидно, ее надо включить. И чё? Или, блядь, надо было в обход? А, может быть, надо было пойти включить все эти хуёвины? Эй, чё так залагало-то? Эй, лаги, всё. Тут чё? Херу простыд. Конечно, надо было, блядь, бошку мне сломать! Суходрище вы. Engaged. System engaged. Куда пойдем, посмотрим. Так, там что? Хер знает что там. Нахер пошла женщина. Может туда сходить? Что тут? И что случилось? А, во. Открылась эта бандула. А там почему-то не сработало. Я там тоже клацал по кнопочке Е, и ничего не произошло. Так, ладно, тогда мы ждем, пока ты опустишься. Ублюдина, все опускается. Хулахуп. Хулахуп для Шрека, для великана. Великан. Попался огромным зеленым хуем в капкан. Оп. Да прыгай! Фу, прыгнул. Какие хули? Где я появился? Где я появился? Я боюсь сохраняться, вдруг я не там появился. Может, и там появился. Так, пройдем на разведочку, сходим. А, все, ок, разгрузка, значит, там. Фу, наконец-то эта херня закончилась. Какая она белобесячая. Просто бесячая, как мясная выделка из оленины. Фу. Так, ящики, непробиваемый ящик деревянный. Наверняка пустой. Я вот подозреваю, что там опять секретный газоиль. И больше ничего. Гордон игриво задрал свою пушку. Двух. Double penetration пушка. Grandma, you spawn double penetration. Это крабики. По очереди, это была считалочка. Энни, бенни, рики, тяки. Тюрьба, урьба, сентябряки. Деус, краснодеус. Бац. Че с ним? Он какой-то окровавленный автоматище. Лифт все, сказал, не надо. Ядро, уровень 2. Мы поднимаемся на уровень 2. Ха! Кто тут? Фу, никого. Какого хуя, блядь? Нет, это другое место. И... Там турели. Турели там. Отключать турели, ублюдки! Это же всего лишь Фриман! Я же не вражий солдафон! Я добрый, дружелюбный профессор! Ура! Гордон Фриман! This is the guy, huh? Thought you'd never make it. Oh, nonsense, Hunter! Nothing stands in the way of our errant knight in shining high... Все, ок! Ух, сколько тут лечилок! Что
что-то он не заряжается постоянно. Но хотя бы кликами заряжается. Что вы тут делаете, доктора? Эй, доктор, тебе помочь шланг воткнуть в очко, нет? Как хочешь. Иди сюда, куда сюда? Вот к тебе, что ли, ублюдок? What you see before you is the supply depot for our first survey team. Quite a few handsome specimens collected from the border world and brought back this way. Из пограничного мира. Это мир Ксен. Я читаю субтитры, читайте тоже. Чувак, у тебя лицо как у гориллы. Такое же глупое. Created and maintained by the intense concentration of a single powerful being. I'm sure that you'll know it when you see it. I am loath to say this, Gordon, but you must kill it. Yeah, you better kill it. No ifs, ands, or asses about it. Of course, you owe us nothing, Dr. Freeman. But you've come this far. You know as much about these creatures as anyone. Я лучше пойду с бабой пообщаюсь. Привет, красотка. Well, let's put it this way. Ну, как ты какая-то старенькая слишком, красотка. Для красотки ты старовата. Yes. So if you're willing, my colleague is waiting for you at the main portal controls. Давай, давай, открывай мне main portal controls. А, охранник, да, кстати. Ты мне должен. We've all been a wee bit wrangled since the incident. He'll equip you with the proper armaments for the task ahead. Do hurry. Давай, открывай мне двери. Козлина. So, you're actually gonna go through with this, huh? You're braver than you look. Вильнее, чем выглядит. Это я выгляжу вообще как брутальный, самый-самый брутальнейший в мире чел. Вот это моя любимая пушка. Я его просто выкинул, как кусок говна. Вы должны меня наказать за это. Ух ты, сколько здесь вооружения. Вот это класс. Вот такие бы комнаты по ходу игры попадались почаще. Было бы вообще охуительно. Все, у меня полные патроны всего. А что это такое? Ух ты, что это? This is the long jump module. I created it expressly for navigation in the world beyond. Ты его создала? Да что ты могла создать? Ты же модель. Я имею в виду не фотомодель, а модель 3D Max. I hope you received long jump training, because once you're in Zen, you will need it. Все, я научился прыгать. А что дальше-то делать? А, вы меня обрабатываете? Ну давайте. От микробиков. А то у меня микробы подзалупный творог делают на залупе. Это называется... Не знаю, как это называется. Это страшная болезнь. О! Какой красивый оранжевый робот. Hello, Freeman. I'm up here. Practice your long jump. Ты где? 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 But hurry up. А, вон ты там. Да мне не нужно тренироваться, я натренирован как спецназовец Джимбо. Так, нет, давайте-ка я куда-нибудь прыгну для интереса. С другой стороны, если мира Ксен в этой игре нет, нахер мне дались эти длинные прыжки сейчас? Куда идти-то, эй? Эй, где этот говнолизец? Зубной мочепийца. Так, сейчас набегут сюда всякие летучие говноеды, надо бы где-нибудь притаиться. Как красиво переливается текстурка. Вы видите, как полиэтилен. Что-то лаги какие-то, блядь. Что такое? Что сегодня с халфой? Что она так лагает? Может, потому что у меня что-то там рендерится в премьере? Наверное. Итак, завращался реактор. Он вращается, как стиральная машина у меня дома. Да, здесь какой-то не такой реактор. Ой, не реактор, а телепортер. Странно, они какие-то разные здесь. В одном месте такой телепорт, в другом месте такой телепорт. А в третьем телепорт, как в фильме «Муха». О, прилетели говноглицы. Чуваки, слушайте, а с такими лагами с вами трудно драться. О, лаги кончились. Да ладно. Опять начались. Где, 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 где этот флейблот? Вон он. Господи, какой ты мерзкий. Фу, на тебя смотреть-то без блевоты нельзя. А ты еще хочешь, чтобы я с тобой целовался. Почешите нос мне, почешите нос! Тихо, тихо. О, глаз теперь почеши, глаз! А что, уже можно заходить в портал? А...
Вортигонтище доголимое. Умри, блин, тварь, тварюга. Тихо, тихо, тихо. Где этот говнолис? Вон он. Иди мастурбируй кокешку. Фекалии в свои мастурбируй. Ой-ой-ой, патрончики, капутик. Бам-бам. Кто там жарит так меня? Нихуёво-то. Вортигонтина, умри. Где еще летучая тварюга? А так не надо было делать? А я думал, мне надо было прыгнуть в портал. Видимо, не надо было. Или рановато еще просто. Блять, опять все сначала. Да ну вас нахрен. О, аптеки. Я буду здесь тусить, короче. Все, заново сейчас начинается. Опять появляются монстры. Но мы уже с ними умеем драться. Первый появится вот здесь. Насколько я помню. Хотя я могу и заблуждаться. Я заблудился в лесу. Вот он где появился. Боже мой, у нас дыра, дыра, дыра у тебя между ног. У тебя дыра, блин. Сзади между ног. Поцелуй меня в спину, ниже, ну-ну-ну. Поцелуй меня в живот, ниже, вот-вот-вот. Головастик. Ни хрена себе у них такая большая башка, а так мало мозгов. Не завидую я им. Бля, пиздец, лаги, чуваки. Что-то сегодня лагает жутко. На тебе, блин, подствольчик, чувачок. Вдолби немножечко. А, сука, ноут нагрелся, пиздец. Adobe Premiere, блин, зло. Так, все, я ныкаюсь. Кто там стреляет? А, вот ты, козел. Козлище ты, голимая. Еще собачка, нихера себе. Сегодня у нас прям тусовка. Что меня бьет, я не понимаю. Что меня бьет? Реактор так бьет или что? Или это вортигончище где-то там? Было два вроде, да, вортигонта. Где второй? Сука, с такими лагами, блядь, хуй его найдешь. А, патроны кончились, заебца. В натуре класс. Собачка, рип. Еще аптеки-то есть тут, а? А, стоп! У меня же есть охуительная пушка. А что-то я ей не пользуюсь. 8 клоп. Сейф. Зачем я сохранился? Я считаю, что сохранился на собственной смерти. Потому что с 8 хилами это будет достаточно. Ой, куда я упал? Меня убило, кажется, чаком или током. Чака убила током. Тока убила чаком. А, залупа глаз. Один хел, охуительно. Нет, пиздец, чуваки, это я на смерти сохранился. Ёбаный в рот, как я это ненавижу. Я вообще презираю вас, просто гниды ёбаные, блядь. Сдохни ты, тварь. Там еще летучий голландец, блядь, летает. А, вон, он когда уже скомандовал, надо прыгать. Надо было сразу прыгать, а я что-то ступил. Так, ну ладно, моя задача упростилась. Мне надо... О, я успел? Заебись, я успел. Все? Вау. Вау. Объект снят. Ожидание дополнительных данных. Ух ты. А это ведь финал. Красивый финал. Красота, лепота. Ладно. Остается нам с вами ждать мира Ксен, который Зен или, блин, ой, как только не называют. В общем, когда выйдет продолжение игры, а именно мир Ксен, мы вернемся сюда.
Но мы ждали Black Mesa 8 лет. Я думаю, еще через 8 лет выйдет Мир Ксен. Это будет просто охуительно. А может быть, даже выйдет Blue Shift или еще что-нибудь из этой серии Opposing Force. Будем надеяться. Так что подписывайтесь, ставьте лайк. С вами был Андрей Нефедов. И не забывайте кликнуть по ссылочке в описании для того, чтобы попасть на офигенный трекер, скачать офигенные игрушки. На сём, я с вами прощаюсь. Всем пока. До новых встреч.